Кровавый Майдан был запланирован и проведен для чего? Чтобы развязать им руки для репрессий против всех здоровых сил политических и общественных, которые существовали на тот момент в Украине. И это развернулось. Потому что была сожжена штаб-квартира партии регионов, были уничтожены, ликвидированы все абсолютно подразделения партии регионов, коммунистическая партия, социалистическая партия и так далее, и так далее. То есть пошел жесткий террор, вот, который продолжался несколько лет и привел к тому, что Украина превратилась в страну зомби.